إلى متى ونحن ندرس بعض الطلاب الأصول ثلاثة ونعيد عليهم أصول ثلاثة إلى متى؟ Сколько времени мы будем обучать студентов три основы, потом опять три основы, потом опять три основы, то есть студентов؟ عيب والله عيب أننا يعني نرجع بعض الطلاب لو أنا أخب قلنا لك الآن أنت نعيد لك تدرس أولى ابتدائي كاملة ترجع إلى الروضة تدرس روضة سنة ثم سنة ابتدائي الثانية ابتدائي ست سنوات ابتدائي لا تقبل هذا. Если я тебе сейчас скажу, ну-ка давай начни опять заново свою учебу с первого класса, второго начальных классов, третьего до шестого класса, ты же не согласишься. طيب لماذا الآن في الدروس العلمية في الشريعة لا إشكال نعيد نعيد نكرر نكرر صحيح ممكن أننا نتذاكر أنا وأنت الأصول الثلاثة في مجلس واحد مختصر هذا نعمة هذا كان عليه السلف الصالح كما يحدث من شيخنا الشيخ صالح عصيبي مثلا Нет проблем, конечно. А почему мы тогда так не поступаем в шариатских науках? Почему мы постоянно проходим одну книгу Салястуль Суль и дальше не двигаемся? Да, конечно, нет проблем иногда повторять, допустим, три основы вместе. Иногда это делать, как, допустим, делает это ежегодно Шейх Салих Хусейми в мечети Пророк Саласа. الآن درست أصول ثلاثة تضبطها تختبر فيها إذا أنا قلت لك ودرست أصول ثلاثة تقول لا أنا درست أريد أرتقي مرتبة И теперь, если ты прошел Салястуль-Суль, ты его Усуль-Саляса, все, выучил его, зазубрил, понял, и я тебе приду, давай я тебе буду, скажу тебе, шейх говорит, скажу, давай еще раз пройдем книгу, скажи, нет, я хочу дальше двигаться. Ты можешь сказать мне, давай меня проверь, Салястуль-Суль, нету в этом проблем, что я ее заучил. Амма уиид ад-дираса марра ухра, ла юмкин, ан уиид ад-дираса, мэтлан, яни, ашарат айяб, أسبوعين شهر لا يمكن هذا. Что касается того, что заново опять будем эту книгу, то есть 10 дней, потом 2, 2 недели опять заново эту книгу проходить, это неправильно. الكلام ليس على الأصول الثلاثة، الكلام على كل العلوم، كل الكتب. То есть мы сейчас не имеем в виду именно саму эту книжку три основы, имеем в виду ко всем наукам такой должен быть подход, то есть надо двигаться дальше.